Ну а мы пересекаем горизонты и время. Мы в 2011 году. В этом беззаботном времени. Как украсть небоскреб? Год 2011. Режиссер Брэд Рэднар. Не забывайте про Час Пик. Красный дракон. Семьянин. Какие фильмы. Какая роскошь. И бесподобный Бен Стиллер. Да, это он. Он обожает все эти комедии. Как и мы. Эдди Мёрфи. Ну, конечно же. Кейси Аффлек. Алан Алден. Мэтью Бродерик. Телеони. Майкл Пенья. Габури Сетебе и другие. Вся власть народу. И деньги тоже. Год 2011. Бюджет 75 миллионов бакинских, сборы в США на 78, сборы в мире в 152, купился превосходно. В Россиюшке был 1 миллион зрителей, вау, а сборы на 6 миллионов, почти 7 миллионов долларов. Премьера в России состоялась и в мире, собственно говоря, 24 ноября 2011 года. Премьера, а релиза на DVD 8 марта 2012 года, 20 веков СССР. Итак, дело мы имеем вот с чем. С Джошуа Ковачо. Не повезло. Его поимел злобный финансист, живущий в роскошных апартаментах на верхнем этаже небоскреба. Чтобы вернуть деньги, Джош с друзьями решается на грандиозную кражу со взломом. Афера. Но одним им это не под силу, и они обращаются к матерому преступнику. Дело за малым. 6 новоявленных друзей Джошена, ну практически Оушена, должны пробраться в пентхаус и отыскать 20 миллионов долларов. Нифиненько так. 8 баллов великолепию. И, конечно же, Бен Стиллер, ну и, конечно же, другие актеры, ну как же без них. Как украсть небоскреб. Даже само название интригует. А суммы какие немалые, интригующие. Лайки, дизлайки, подписки, комментарии. Все именно здесь. Welcome!